Здравствуйте, меня зовут Алексей, я являюсь преподавателем английского, арабского и вьетнамского языков. Моя задача — помочь вам выучить один из этих языков быстро и эффективно. Обучая других, я использую два основных принципа. Первый — это изучение языка, основываясь на цели, для чего он вам нужен. Например, если вы изучаете английский, арабский, вьетнамский или польский для работы, мы с вами сосредоточим изучение лексики и грамматики конкретно на тех фразах, которые вам нужны в работе. Неважно, какая это тематика, возможно, это будет медицина, строительство, юридическая тематика или какая-либо другая, но, используя этот принцип, вы сможете намного быстрее освоить язык, во-вторых, вы сэкономите намного больше денег, чем если начнете с самого нуля изучать постепенно все-все-все грамматические правила. И третье, вы сможете намного быстрее начать говорить. Объясню почему. Если же вы начнете учить, как обучают в школах, в университетах, на курсах, много-много грамматики, много-много отдельных слов, а потом, когда вот вам говорят, вы выпустились, вам надо уже начать говорить, вроде вы знаете грамматику, вроде знаете слова, но как только вам надо начать говорить, вы не можете, вы не успеваете быстро подставить эти слова и грамматику вместе и вот выдать какое-то либо предложение или фразу. Но если же вы выучите готовую фразу, которая вам нужна на работе или же для другой цели, вы тогда уже сразу так на автомате будете говорить эти фразы, и, соответственно, ваша речь будет живой, активной, вы сможете свободно говорить. Этот метод я изучаю, этот метод я использую сам, когда сам изучаю новые языки. Я более чем уверен, что этот метод поможет и вам, так как помогал моим ученикам, которые уже учились у меня. Это первый принцип. Он влияет на скорость обучения. Мы изучаем язык конкретно под цель, которая вам нужна. Если вы уезжаете за границу, к примеру, во Вьетнам, в арабские страны или в Польшу, вам нужны те фразы, которые вам нужны для жизни, то есть бытовые фразы. Мы сосредоточим внимание именно на них. Вторая цель, второй принцип, который я использую, это сделать изучение языка интересным. Я против того, чтобы просто тупо изучать много-много грамматики. Это скучно, это неинтересно. Вместо этого мы будем использовать музыку, песни, фразы, диалоги, игры, видео различные. Таким образом, обучение оно станет интересным. Вам вот захочется изучать, вам захочется приходить на уроки. Поэтому я думаю, что обучение со мной будет интересно вам. Записывайтесь на первое занятие, попробуйте. Если вам понравится, будем сотрудничать, и вы вскоре выучите язык и начнете свободно на нем говорить.